Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Angry Birds 2. Так, давайте заглянем на аренку, посмотрим, чё как вообще почём. Есть ли новая? Да, тут мы 10 пёрышков получили. О, сегодня за здоровую птицу играем. Я думаю, можно, в принципе, попробовать неплохой результат показать. Так, ну очень хочется, ну вот, в принципе, сейчас и решится. Либо, если это будет страйк, то задел на неплохой... Ну да, это страйк. Задел на неплохой результат есть. Имеется. Так. Угу. Ну вот попробую тоже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не совсем удачно, в том плане, что мало снес. Ну ладно, страйк. Нормально. Так, а вот тут чего делать? Тут чего делать? Попробовать. Но так не пройдет. Блин, а как же тут быть? Ладно, давайте попробуем вот так закинуть. Не, ерунду я сотворил. Ей-богу, ерунду. Надо было что-то такое делать. Ну ладно, с двух карт прошли. Хорошо. Так, тут на ТНТ-ху попасть. И будет, я думаю, страйк. Потому что ТНТ-ха вот эти шары и вот эти... Ну, короче, все упадет. А как можно попасть в ТНТ-ху? Да, отлично. Попадание в ТНТ-ху есть. Так. Здесь, 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 здесь. Но тут, наверное, надо кричать и просто обрушивать эту башню. Да, да и все. Вот так вот. Так, едем дальше. Тут. Тут что у нас имеется? Слушайте, если перчик подойдет, подожжет вот, допустим, или вот эту, то это будет страйк. У нас 50 на 50. Блин, ну, может быть, даже и в этом... Ну, нет. Ну, не повезло. Обидно, конечно, досадно. Ну, хрен с ним. Может, стоило как-то вот так. Да не, мне кажется, мы бы так не сбили. Ладно. Перчик подвел. Блин, почему перчик такое вроде неплохое заклинание, но сильно ран... Ну, вот как сказать, рандомное, да? То есть зависит очень от... повезет вам или нет. Ну, тут я, конечно, фигню упорол. Ладно, в итоге сколько у нас? 540 тысяч... Не самый лучший вариант, не получилось показать хороший результат на здоровой птичке. Может, топ-8? А, как я четко угадал, топ-8. Да, я уже эксперт арен, знаете, каждый день их играю. И могу угадать результат. Ну, что поделать. С перчиком, там, если перчик зашел, мы, может быть, и лучший результат показали, но... Не совсем получилось. Ладно. Хотя, ну, даже если бы не показали, все равно там 1100-600. Я не глянул, сколько там первое место было. Ну, может, топ-5, топ-6 можно было взять. Так, о, а это новый уровень. Я его не играл еще. Блин, очень хочется закинуть синюю птицу, как самую бесполезную, туда наверх. Чтобы она, вот эта шняга, скатилась, катнула вот эту. Это упало. Ну да, в принципе, все сработало идеально. Идеалити.
Отлично, синяя птичка сработала. Так, тут у нас что? Тут у нас превратитель сидит. Превратитель — это плохо. Ну, короче, варианта по сути два. Фак. Вот этот летун меня... О, давай, разбивайся, красавчик летун. Так, к летуну теперь вопросов нет. Блин, ну тут надо устраивать принцип домино, а с другой стороны мы можем точно завалить эту первую вот таким вот макаром. Детонирует. Ну ТНТ-ха что-то не сдетонировало. А ну-ну-ну-ну, пошел дальше принцип домино. Не, никак. Эх ты, блин. Ну и вот один свин остался, надо на него яйцо кидать. Так, ладненько. Неудачный этот с трех карт. Опять принцип домино. Вот не люблю я такие уровни, потому что они, ну как сказать, неоднозначные. То есть тут вроде бы понятно. Так, опять летун. О-о-о, родимый, что ж ты так высоко-то полетел? Вот это плохо. На летуна точно придется тратить отдельный этот. Отдельную свинью. Ну что ж вы мне... Хотя... А ну-ка, давай-ка. Давай-давай-давай-давай-давай. Да! Удалось, в принципе, летуна малой кровью убить. Так, золотой свинтус и... Ой... Сколько здесь шаров. Блин, фак. Ой-ой-ой. Походу полный это отстой. Так, ладно, давайте вот тут запустим хотя бы вот такую конструкцию. Собьем эти шары. Так, ну теперь, наверное, надо попробовать сбить вот эту у основания. Давай. Блин, а нам золотую свинью нам не дадут. Потому что ее не обязательно сбивать, чтобы уровень пройти. Или обязательно? Обязательно? То я большую... А, стоп! Не обязательно! Ну как это возможно? Твою ж налево, а? И неплохие ж эти у нас... Давайте очков тогда, чтобы набрать. Возьмем карту. Во! Серебрянку. Не так жалко. Хотя смысл, ну, можно было бы просто. Ну, так мы хоть очков побольше наберем. Так, и в итоге у нас есть здоровая... О, а, кстати, у нас неплохой-то, на самом деле, задел на Стройчевича. Я думаю, можно даже в этот шарик попробовать попасть. И сверху просто снести. Да, отлично. Отлично. Три звезды. Замечательно. Так, и теперь у нас босс. Перед боссом рекламку. Так, все, рекламка закончилась. Так, ну давайте попробуем пройти босс. Сколько этапов? Этапов 4. Ну, цель такая и была, сбить вот эти вот шары. Сейчас у меня попробую задуть вот эту конструкцию. Эч! Ай, не задул. Фак! Наверное, это проигрыш. Не нажал я задувку, ну, просто потому, что протупил. Так, а вот это если птица. Ну, нормально, хоть так. Ладно,
Неизвестно, что за босс. Бывают такие боссы, которые с одной карты проходятся. Блин, да зачем же вы так жестко-то все делаете? Так, ну надо попробовать зарядить, чтобы оно сверху тут что-то упало. Даже курица, упав сверху, ничего не зарешала. Блин, синенькие дерево не разбивают. Надо, придется черную тратить, просто потому что у нас нету больше вариантов. Плохо, плохо, плохо идет у нас очень проход по боссу. Точнее, ну да. Вообще в молоко. А как тут, извините, я должен, по какой я тут траектории должен был закидывать? Я так понимаю, по самой минимальной. Оп, оп, оп. Ну просто вариантов-то больше особо не было. Так, ну и босс. Не, ну если босс сюда, например, сядет. Ага, херушки. Так, ну в целом у нас две карты. Две карты, в принципе, неплохие. Ну, в шарик! Шарик, кто-нибудь попадет? Во-во-во, летит в шар, точно. Есть. Так, а вот теперь интересно. Король свиней. Как он будет летать? Он же не сможет летать бесконечно. Он же будет биться. Корону потерял свою. Слушайте, а мне кажется, мы его сейчас так и... Вот он еще ударился. Мне кажется, мы его сейчас так он и умрет тут. Правда, долго будет умирать? Или нет? Или вот он вышел. Охренеть! И то есть мне предлагается сейчас его как бы поймать? А как? Что я сделал? Слушайте, а ну-ка, дайте я посмотрю видео. Я, кажется, понял. Там надо попробовать, знаете как? Надо попробовать закинуть вот, например, в эту фели. А, ну он тогда вот так вверх полетит. Блин, а как мне тогда его... А, теперь моя курица тоже летает. Ну, то есть он все равно приходит вот к такому стандартному, видите, полету. Лол. Вот они пришли к стандартному такому полету. Блин. Это будет сложный босс, мазафака. Так. Сложный босс, блин. И говнари такие уровни дают, которые фиг еще не дали эту нам. Блин, ерунда. Ну тут нам только беленькая птичка может. Ну хотя может и это. Не, ну чё это такое? Я столько птиц потратил на первый этап, а все из-за того, что они там расставлены неудачно. Тут надо, вон белая пришла. Тут надо страйк белый делать. А я три птиц потратил. Не сколько.
Ну, попробую задуть через этот пузырь. Речь! Да что ты, ничего? А, там вообще все жестко зафиксировано, да? Вот отстой. Ну, давайте собьем. Так эти даже если упадут, но они не упали. Короче, все понятно тут. Тут вообще у нас не пошло. Так, вот тут белую дали. Ну, все равно о страйке здесь речь, как вы видите, вообще не идет. То есть тут такое. Ну ладно, с двух карт это лучше, чем с трех. Логично, логично. Так, вот мне кажется, теперь задуть будет пореальней. Гэч. Да, задули, и теперь должно... Но, блин, летун. Слушайте, летун полетел. А, ну он, кстати, может упасть и разбиться, но вообще может и нет. Вот если б не летун... Не, он сейчас четко опустится. Скотина. Катина, летун. Так и что я убил? Ай, твою мать! Ну вот зачем от этого летуна? Так все хорошо, если б не было этого летуна. Пошло же ведь неплохо. Ну блин, летуна посадили, который хрен его пробьешь. Так, ну я сейчас тогда попробую... Давай, плюнул, полетело. Может упадет вся конструкция? Да нет, вся конструкция не упадет. А ведь такой задел на страйк был хороший. Просто отличный задел на страйк был. С этим летуном. Тут, кстати, чисто гипотетически можно попробовать. А где ТНТ? Оно вообще взорвалось? Блин, и теперь этот летун. Да ну нафиг! Ну что это за бред? И он не разобьется. Ну зачем? Кому вот это надо? Это же никому не надо, блин. Вот такие летуны. Так, ладно. Вот тут еще с этими шарами тоже сложнейший уровень. Называется, попробуй закинь по шарам. А я вот даже не знаю, вот как вот тут. Надо закидывать вот эту, но она же, понимаете, ну все, куку грули. Вообще не ничего. Да, ну это ерунда все. Честно, ребята, я не знаю, как. Гэч, ну это закатилось. Да ну это бред, ну что за бред, ребята, ну это тупая. Тупейший уровень на самом деле. Так, ну и у нас осталась большая птичка. А я вот не помню, видео там дают посмотреть или нет. Как они прикольно теперь
Летать будут. Так, полетел. О-о-о, свин, 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 свин. Во-во-во-во, тормозите свина. Ай, ну что ж ты, зараза, так сильно-то? Блин, сильно я его... О-о-о-о-о-о-о! Шанс! Шанс! Давай! Давай! Есть! Только у нас этот... А, ну этот умирает, если мы свина убили. Замечательно! Босса прошли. Великолепно. Так, ладненько. Я, пожалуй, тогда на этом этот выпуск и закончу. Большое вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.